Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. И буквально одна победа отделяет меня от 6000 кубков и нового мегаящика, в котором, возможно, сидит легендарный Леон, которого я очень хочу выбить. И, кстати, между записью этого видео и прошлого, друзья, прошел один день, и получается, за один день я поднял более 1000 кубков, и это заслуживает отдельного лайка. Ну а вы, ребят, напишите в комментариях, сколько вы максимально поднимали кубков за один день, мне реально интересно узнать. И сейчас запускаю новенький челлендж. Если вы хотите выбить Леона, либо какого другого легендарного персонажа, нужно успеть за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Раз, два, три, четыре, пять. Успел? Лайк поставил? Подписался? Красавчик! А мы с вами начинаем. И, кстати, друзья, хотел бы поделиться еще одной важной новостью для меня. Я поднял своего первого бойца на 500 кубков. 20 ранг — это Шелли. Это было реально сложно. Я не знаю, как вы там поднимаетесь, но для меня это реально было испытание, потому что я ходил в ШД, и там буквально после 400 кубка попадаются тупо одни Шелли, ребята. Но сейчас я буду добивать ранг именно, друзья, за Спайка. Надеюсь, я сейчас выиграю. Надеюсь, я не проиграю. Не знаю, посмотрим на это. Спайком я до сих пор не научился играть. Я его не прокачал. Я с прошлого видео прокачал себе Була, прокачал Ниту, прокачал Дэрила, Барли, Джесси играл. Очень много играл за Шелли, но не играл, опять же, за Спайка. Сегодня будем играть с вами именно на Спайке. Погнали. В ШД за Спайка я пока... Мне реально сложно идти. Хотя нет, если вы лайк поставили, я схожу. Я схожу. Скорее всего, проиграю. Но, ребята, скажу, мне буквально немножко нужно поднять. Хотя, слушайте, даже если я там проиграю, я, в принципе, ничего не потеряю. Так, ну что, давайте закидываем сразу. Неплохо. Неплохо я продамажил. Ну и меня, в принципе, продамажили тоже. Я, блин, ненавижу этот поезд. Это реально очень сложно с этим поездом. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это она увернула. Слушайте, у ворот 80 уровня. Да, боже, ты, я попаду в тебя или нет? Да ты, что такое у ворот? Капец, видали? Вот это пайперский луха, вот это, конечно, красавица. Так, меня убили. А у нас ребята вообще стоят на одном месте, даже не вылазят отсюда. Иногда попадаются такие экземпляры. Чувствую, что я сейчас эту картку просто проиграю. Так, нужно закинуть им вот сюда небольшой сюрприз. Вот такой вот, пускай там порадуются. Так, забираем, бум-бум-бум-бум-бум. Ну, давай третий раз. Блин, не попал. Давай сюда закинем, пускай там порадуются. Во, попал, ребята, попал. Все, приехали. Пайпер сейчас выйдет и заберет. Нет, чувак, беги. Так, я Пайпер вынес, нашего тоже вынесли. Пошел я рисковать, ребят, пошел я рисковать. Я рисканул и собрал все 10, ребят, это жестко. Неужели я засейвил, нашу тиму? Так, забрасываем, Так, отбрасываемся от Пайпер. Хорош, ребята, я молодец. Буквально 7 секунд, и это реально победная каточка. Это очень важная каточка, я реально разговариваюсь. Но я по Е затащил, это был реально мой, скажем так, тащерский сил, ребята. Естественно, победа. Вот они, 6000 кубков, наконец-то ко мне прилетели. Спасибо большое, Спайк, тебе за хорошую. Кстати, мне реально понравилось им играть. Итак, вот они, 6002 кубка. Конечно, я открою сначала вот эти вот свои ящички, почему бы и нет. А в конце мы с вами откроем уже потом, в конце, мега ящик. Так, Бул у нас апнулся, хорошо. У меня, ребята, есть персонажи снова на ап, но у меня, опять же, не хватает золота. Если будет какая-то акция на золото, я обязательно, ребята, солью туда рубли. Куплю себе снова золотишко побольше, потому что мне реально его опять не хватает. Мне нужно поднимать персов. Где брать золото, ребята? Скажите, пожалуйста, где фармить золото без доната и без ящиков? Мне кажется, просто нигде. Ладненько, открываем. Я все надеюсь. Я надеюсь на Леона, ребят. Я не знаю, как выбивают легендарку. Кстати, я ни одну легендарку не выбил. Я их покупал. Да, легендарки я покупал. Так, эти ящики все мы открыли. Снова большой ящик. И у нас Пенни, Эль Прима. Ну, Дэрил, неплохо. Очки вот эти вот все бонусные предметы. Поехали. Будем тратить здесь. Обычный ящик. Посмотрим. Мне говорили, что вот именно вот эти ящики за уровни, они какие-то более везучие. То есть у них как бы шанс завышен. Так, монетки забираем, спасибо. Так, кого же мы сами апнем? Дэрил у меня апнулся на 7-ю силу. У меня апнулся Брок. Кто у нас ближайший до апа еще? Так, давайте кому отдадим? Я, наверное, буду отдавать понемножку Спайку, прокачивать. У меня, в принципе, Ворон. Я его неплохо так даже докачал. Где-то, где у меня? Сколько у меня? Подожди, сила 3. Давайте, наверное, все-таки я отдам Спайку. Пускай он прокачивается. Да, Ворон 6-й силы. Спайку 25 очков не помешают. И вот он, ребята, мега ящик. Забираю 6002 кубка. Поехали.
И давай, пожалуйста, 28 предметов. Блин, 5 предметов, 188 золота. Брок у нас улучшен. Хорошо, Эль Прима, Ворон. Ворон хорошо, Мортис. Зачем нам Мортиса? Так, очки событий, бонус. Кристалл, блин, я реально думал, что выпадет Леон. 6 предметов и 3 бонусных. Вы видели, сколько выпало предметов? Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 бонусных, я думал, реально там находится Леон. Вот это, вы видели, сколько реально предметов? Посчитайте, 9, это просто такая жесть. Ну, это капец, это капец. Так, бойцы, кого мы? Этого мы не улучшим. Опять же, денег у нас не хватает, у меня. Хотя, стоп, 964 золота. Я, наверное, все-таки оставлю на Кольта немножко себе, Брока потом апну. А из этих у меня никто не апнулся. Ладненько, погнали с Пайком. Я обещал, схожу с вами в ШД. Конечно, здесь очень сложно. Здесь очень круто Шелли. Я именно в этом ШД качал себе Шелли. Здесь такое, знаете, кустарнички. Мы с вами по кустам будем сейчас ходить, ребят, наваливать. Так, ну, сразу идем себе забираем первый сундучок, надеюсь, ко мне никто не пошел. Так, у нас Пенни. Ага, ой, Пайпер, боже мой. Ты хочешь со мной повоевать, что ли? Ой, давай. Капец, она... Вот это, вот видели? Вы видели? Просто два выстрела. Я не могу, я не привык на нем, ребята. Минус один, да и пофиг. 6001, так, я еще раз иду. Это был такой фейл. Просто Пайпер. В этой зарубе Пайпер настолько редкая, то я не думал, что она попадется против меня. Еще и убила меня. Вот гадина. Так, давай, фигачим. Вот он не убил. Он слабенький удар, конечно, у него. Так, дружище, уйди отсюда, пожалуйста. Уйди отсюда. Я тебя не пущу. Так, уйди отсюда. Ты хочешь забрать мой этот? А ну, свали отсюда. Конечно, с ней опасно бодаться. Очень сильно опасно бодаться, ребят. Нафигачи так, что мама не горюй. Так. Так, давай. Уйди отсюда. Иди отсюда. Так, мне нужно хотя бы в пятерку попасть. Нет, ребят, честно, я не играл еще этим персонажем в ШД. Для меня реально это очень сложновато. Так, а здесь кто-то у нас сидит? Здесь у нас никого нет, да? Ой-о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 й. Вот это была замануха. Так, забираем. Так, иди отсюда. Надо как-то уйти. Так, где он там сидит? Он там сидит, ребят, по-любому. Эти гады, они здесь сидят в кустах просто как эти, я не знаю. Мне нужно тоже засаживаться в кусты по любасику. Так, а где этот? Где этот чувак? Он же был здесь. Он же был здесь. Он что, ушел отсюда? Ладно. Так, тихонько. А вот она, гадина, которая меня подстрелила в прошлом раунде. Так. Тихонько. Уворачиваемся. Накидываем. Вот я не могу попасть. Для меня Спайк это такая тварь такая сложная. Ну, не знаю, это животное, так, ну, это кактус у нас, да? Только в жизни... Все, я включил режим крысы. Все, мне пофиг. Я включил режим крысы, мне нужно как бы тут байтить. Хотя, что я делаю? Надо вот так вот ребят отсюда выманивать. Так, сейчас мы туда... Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, вы видели? Просто дабл килл с одного тычка. Так, кто у нас здесь? Так. Так, промазал. Куда ты пошла? Блин, я ульту, ребята, профукал. Неужели первое место? Ну, блин. Вот, я беру автоатачу. Зачем я реально автоатачу? Так, давай. Попал. И попал. Изи, ребята, топ-1! Это реально круто, слушайте, для меня это прям новый опыт, потому что я ни разу им... Я ходил в ШД, но ни разу не брал топ-1, но нормально, режим крысюка сработал, так. Мы с вами еще, кстати, взяли себе плюс один ящичек. Фух, я не знаю, говорил это в этот момент или нет, но я реально затаил дыхание, для меня это реально было сложно. Итак, открываем наши предметы на Биби, на Шелли. Кстати, ребята, у меня еще нет ни одного, ребята, бойца звездного, мне еще ни одного 9 уровня, я реально... Хочу поднять кого-то на 9 уровень, то есть у меня приближается ближе всего у меня. А как можно посмотреть? Вот, ближе к новому рангу получается уровень силы. У меня получается больше всего, ребята, Барли, Нита и Джин. Я реально хочу Джина 10-го, прикиньте, там моща какая. Итак, что у нас получилось? У нас получилось совсем все неплохо. Мы с вами апнули, можно еще, кстати, куда-нибудь сходить. Вот в этом режиме я очень хорошо прокачал Ниту, кстати. В захвате кристаллов, я не знаю... Можно, в принципе, давайте еще разочек сгоняем, посмотрим,
Что будет, ребят? Терять-то нечего. Здесь у меня мало кубков, поэтому я вряд ли что потеряю. Блин, здесь вот этот бомбер, мне он очень кумарит. Я постоянно забываю, как его зовут, и он меня реально кумарит. Так, просто-просто сейчас через автоатаку вынесли. Вот, минус, отлично. Так, бомбер очень сильно накидывает, потому что хп у меня мало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, этот поезд дурацкий, как же он меня кумарит. Здесь джином играть. Во, кстати, я знаю, кого здесь буду прокачивать. Джина, ребят. Джина буду прокачивать, так. Давай тебе туда за бомбочку. Туда пускай сидит у вас там. Все, кайфуйте, кайфуйте там в кактусах. Так, тебе... Ой-ой-ой-ой-ой, этого я развалил. Этого развалил, и он меня развалил, видите? Я получается, смотрю, куда бросать. Еще, чтобы вы понимали, ребята, я играю не с планшета. Видите, джин забрал все наши кристаллы. Просто джин забрал наши кристаллы. Вот, просто зафигачил все наши кристаллы. Но я забрал у него, но наших ребят рядом нет. У нас здесь еще поезд. Поезд едет, и тут у нас Биби сейчас пойдет брать кристаллы. И я там подловлю. Так, тихо-тихо. Видите, он забирает нас, и все. Моих ребят забирает, и все. Хоть ты тресни, хоть ты дрисни. У них 8 кристаллов уже, а у нас некому притянуть. Так-так-так, давайте вот туда. Ах ты ж гадина. Пошла хилиться, да? Вот я постоянно смотрю на эти бомбочки. Ну, тут мы проиграли, ребят. Тут проиграли, потому что я не обращаю... Вот-в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 от. Вот это капец, это бомбер. Надо бомбера, кстати, прокачать. Боже, я забыл, как его зовут, прикинь. Вот, видите, опять джин. Просто притянул. Ну, конечно, я там минусанул. Ну, давай. Ну, видите, все, он ушел к себе. Ну, все, на базу, все. Мы сейчас ничего не сделаем, потому что... Вот, все, еще и меня забрал. Капец, это жесть, ребята. Это жесть какая-то. Это вонючий поезд. Не люб... Вот именно в этом я... Мой самый любимый режим, вы знаете, это 3 на 3. Но больше всего я не люблю играть в 3 на 3 с этим сраным поездом, ребята. С этой тележкой, вагонеткой, вонючей. Но ничего, ребята, 6000 кубков взято. В принципе, я сейчас получил минус 1, это вообще копейки. Можно не обращать внимания, ребята. Рубеж взят. Напишите в комментариях, стоит мне опять же париться, брать теперь 7000 кубков. Потому что некоторые из вас написали, он возьмет 5000 кубков и опять забьет на 2 месяца. Фигушки, не забью, ребята, буду качаться. На этом заканчиваю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи, хорошего настроения и всем покедов.